В этом году мы отмечаем 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Гитлер, составляя план по завоеванию нашей страны, ставил особую задачу перед своими солдатами. Ровно за 100 дней Ленинград должен быть полностью уничтожен. Но замыслы врага разбились о мужество, стойкость и героизм воинов, миролюбивых граждан. В прошлом году спектакль о жителях блокадного Ленинграда «Спасите Леньку» стал обладателем гранта губернатора Югры. Как сегодня реализуется этот проект, накануне наша коллега Марина Гуляева узнала у его автора, руководителя Нягинского детского театра «Живая шляпа» Елены Ермаковой. Елена, здравствуйте. Расскажите, о чем спектакль «Спасите Леньку» и кто автор пьесы? Спектакль о мальчике, который живет в блокадном Ленинграде, и от голода у него дистрофия. Он не может ходить. Лежит один. Мама на работе, папа на фронте. И вот чтобы уйти от этой реальности страшной, от скуки, может быть, он сочиняет сказки про Африку, где тепло, где солнце, где много фруктов, и где есть добрые звери, которые хотят прийти к нему на помощь. А пьесу написала Малика Икрамова, москвичка. Написала эту пьесу она в 21-м году. Дело в том, что у нас в классе, у нас театральный класс, мы при школе искусств существуем. И в классе был долгое время один мальчик, который очень увлекается историей, войны, каких-то таких сражений и так далее. Мы все думали, что же такое поставить, чтобы девчонок много, мальчик один. И вот нашли эту пьесу, и как раз тема интересующая. Вот. Ну и пьеса показалась очень и детской, и взрослой одновременно. Насколько сложно было ребятам погрузиться в эту совсем не детскую тему? Было действительно сложно. Благодаря мастер-классам приходили к нам актеры из Нягинского нашего тюза, проводили тренинги, что такое холод, что такое голод. Нашим детям, слава богу, это неизвестно, как это испытывать. Да, когда даже один день мы поголодаем, это же совсем не то. Очень трудно было погрузиться в эту атмосферу, почувствовать, что это такое. Ну и вообще, это же совсем другая эпоха, совсем другое время. Смотрели фильмы и про блокадный Ленинград, и вообще про то время. Расскажите, пожалуйста, о тех, кто принимает участие в спектакле. Играло 13 детей. Они ученики детской школы искусств, театрального класса, 6-й год обучения. Кто-то из них уже, 3 ребенка уже выпускники. Есть у ребят мысли о поступлении в театральные вузы? Не у всех. У кого-то есть, кто-то собирается поступать, некоторые еще размышляют. Ну вот, так, чтобы прямо у всех поголовно, нет. Такого нет. Когда состоялись первые показы, кто был среди зрителей и как отреагировали? Первая премьера состоялась 20 апреля. На нее у нас приходят родители, дедушки, бабушки. Вторая премьера состоялась 21 апреля для ребятишек, которые учатся в театральном классе, но первый год обучения. Постановка такого спектакля – это ведь и есть патриотическое воспитание молодых людей? Я думаю, безусловно, потому что все эти размышления о любви к родине, что это за любовь такая была к родине сильнейшая, да, что, несмотря на страх смерти, люди совершали какие-то поступки. И кроме того, что мы играем премьеры у себя в классе, также мы сделаем видеосъемку, и этот спектакль будут смотреть в школах. Вот. Поэтому, конечно, и патриотическое воспитание есть. И уходя, зрители тоже говорили, нужно показывать подросткам, детям как можно больше. Елена, большое спасибо за беседу. С праздником вас и весь ваш коллектив. Дорогие зрители, всех поздравляю с 9 мая. И, конечно, желаю всем нам мирного неба над головой. Пусть у нас все будет хорошо.